Радостное событие для жителей Одинцова-1. Здесь заложили капсулу времени, фундамент будущей поликлиники. В этот солнечный день вдвойне приятно заложить символическую капсулу и положить начало строительству очередного социального объекта, который, я уверен, все оценят по достоинству. Это будет комфортная среда и качественное оказание медицинских услуг. Поликлиника рассчитана на 390 посещений в смену. Доступные и качественные медуслуги – именно то, что нужно местным жителям. В чатах и родители, там, и, ну, другие жители интересуются, спрашивают, когда будет. То есть есть интерес у людей. Это очень полезная стройка, потому что это закроет потребность людей в услугах медицинских. Вот. Я думаю, это очень, очень хорошо для района. Район густонаселенный, большой, нужна своя поликлиника. Торжественное мероприятие посетил глава округа Андрей Иванов. Он отметил, что строительство поликлиники – еще один символ нового подхода в градостроительной политике Подмосковья. Теперь все жилые кварталы строятся вместе с социальными объектами. Соблюдение сроков и качество возведения будет контролировать администрация. Этот объект должен быть построен и введен в эксплуатацию в третьем квартале 2024 года. Поэтому ждем, что этот график не будет сорван. Ну а мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы не возникало у застройщика никаких проблем. В поликлинике будут принимать и взрослых, и детей. Для оказания качественной медицинской помощи предусмотрены кабинеты функциональной и лучевой диагностики, неотложной помощи, стоматологический блок, а также акушерско-гинекологическое и физиотерапевтическое отделение. Их оснастят современным оборудованием. Я очень давно здесь живу и работаю, и очень приятно смотреть на то, как развивается Одинцово. Строится много домов, население увеличивается, и все люди должны иметь доступную медицинскую помощь. Надеюсь, что людям, которые здесь проживают, будет доступно, удобно получать любую медицинскую помощь, в том числе и квалифицированную. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».